Вся трудовая жизнь Никодима Александровича Усанова связана с небом. 35 лет назад сел он за штурвал. Начинал с планера. В годы войны летал на боевых самолетах. Немало крылатых машин освоил Усанов за свою летную жизнь. Кажется, вчера еще он поднимал в небо поршневые самолеты. И тогда полеты совершались на различные расстояния, но с многочисленными посадками. А сегодня... Линии аэрофлота протянулись на 600 тысяч километров. Наши трассы связывают более 3500 населенных пунктов Советского Союза. Современные комфортабельные лайнеры аэрофлота доставят вас в города свыше 60 стран мира. Аэрофлот менялся на его глазах. Делегату 24-го съезда КПСС Усанову запомнились слова из отчетного доклада Центрального комитета съезду. Будут введены в эксплуатацию высокоэкономичные, комфортабельные самолеты новых типов. Улучшена аэродромная служба. Аэрофлот, который уже сегодня стал крупнейшей авиакомпанией мира, перевезет в новой пятилетке почти 500 миллионов пассажиров и 11 миллионов тонн груза. Растет значение таких видов деятельности нашей гражданской авиации, как помощь сельскому хозяйству и медицине, охрана лесных богатств, участие в геолого-разведочных работах. Нелегко справиться с такой большой задачей. Дальнейшему развитию гражданской авиации и улучшению ее работы было посвящено всесоюзное совещание командиров самолетов и вертолетов. Выступая на совещании, министр гражданской авиации Борис Павлович Бугаев особо подчеркнул роль командиров самолетов и вертолетов в выполнении планов, освоении новой техники, организации, обеспечении безопасности и регулярности полетов. Любой, даже самый короткий рейс аэрофлота готовит и выполняет большой коллектив людей самых различных профессий. Опытные техники, инженеры готовят машину к полету. Ничто не ускользает от их зорких глаз. В строгой последовательности, как этого требует технология, проверят и прослушают они все системы самолета. И только после этого дадут добро на вылет. И в полете, когда штурвал самолета в надежных руках опытного пилота, Земля продолжает зорко следить за воздушным кораблем. От взлета до посадки с помощью точных радиолокационных устройств диспетчеры днем и ночью сквозь облака и туман передают самолет друг другу словно эстафету. Весь путь рассчитан до километра, до секунды. При малейшем отклонении от намеченного курса Земля тут же предупредит и направит экипаж. Полет современного самолета как бы вбирает в себя энергию, волю и мастерство многих специалистов. Но особая ответственность за выполнение рейса лежит на командире и членах экипажа. Воздушные перелеты стали обычны для пассажиров. Но для экипажа самолета каждая минута в воздухе проверка летного мастерства, закалка характера. Современный пассажирский лайнер – это десятки сложнейших приборов и механизмов, опыт поколений авиаторов, конструкторов, ученых. На смену отжившим свой авиационный век машинам приходят новые, доселе невиданные воздушные корабли.
Таков новейший лайнер Аэрофлота Ту-154. Свыше 160 пассажиров размещается в его удобных салонах. Он развивает скорость до 1000 км в час. А это сверхзвуковой Ту-144. Скоро эта машина займет место флагмана нашего Аэрофлота. Роль командира корабля повышается при управлении такими сложными машинами. Для экипажа рейс начинается в штурманской, задолго до того, как самолет поднимется в воздух. Здесь командир корабля Усанов уточняет маршрут полета, особенности посадки на основном и запасных аэродромах. Не только от мастерства командира, но и от слаженных действий всего экипажа, второго пилота Рема Чернышова, бортинженера Юрия Назарова, радиста Николая Сукнева и штурмана Евгения Дагаева, зависит успех предстоящего полета. Ничто не должно помешать выполнению рейса. Метеослужба заранее предупредит экипаж обо всех капризах погоды на пути воздушного корабля. Это последний осмотр перед взлетом. И командира, и членов его экипажа объединяет сейчас одно чувство – ответственность за безупречное выполнение полета. Пожалуй, несколько буднично начинается один из 1000 ежедневных рейсов Аэрофлота. Самолет занял прочное место в нашей жизни, стал необходимостью. Каждые сутки воздушные лайнеры Аэрофлота поднимают в воздух почти 400 тысяч пассажиров. И вряд ли кто из них предполагает, сколько сил и времени затрачивают авиаторы для повышения своего профессионального мастерства, чтобы безупречно управлять сложнейшими машинами. И даже привычный полет по трассе, знакомый для экипажа, требует от командира корабля и его помощников предельной собранности и умения. Командир Ил-62, заслуженный пилот СССР, Никодим Александрович Усанов, проявляет постоянную заботу об идейном воспитании экипажа, о его высоких моральных качествах, о совершенствовании профессионального мастерства. Учатся все, и молодые пилоты, и бывалые асы.
Новейшие электронные приборы, которыми оснащены учебные классы, позволяют основательно и всесторонне проверить знания авиаторов. Готов ли ты мгновенно, не раздумывая, принять единственно верное решение? При нынешних скоростях на размышление отпущены секунды. И кем бы ты ни был, новичком, делающим первые шаги в небе, или заслуженным пилотом, рядом с тобой всегда наставник, в совершенстве знающий летную профессию. Его знания и многолетний опыт помогут тебе и в первом самостоятельном полете, и на пути к вершинам летного мастерства. Вот на таких небольших аэродромах под руководством пилота-инструктора для вчерашних курсантов начинается путь в большую авиацию. За штурвалом малых самолетов выковывается характер будущих командиров трансконтинентальных кораблей. Но и опытным пилотам, летавшим на самых современных лайнерах тысячи часов, приходится держать серьезный экзамен перед инструктором-наставником. В тренировочном полете искусственно создаются особо сложные условия. Так отрабатывается слепой заход на посадку. Именно в таком полете экипаж совершенствует свои навыки пилотирования по приборам. Но и здесь, на тренажере, установленном на земле, пилотам приходится, пожалуй, не легче, чем в воздухе. На тренажере отрабатывается действие экипажа при полете в особо сложных условиях. С высокой точностью приборы зафиксируют каждое действие пилота. Малейшая оплошность или неточность, и тренировка начинается сначала. Экипаж должен найти правильный выход из самой сложной ситуации. Второй пилот – завтрашний командир корабля, и долг старшего опытного товарища – подготовить себе достойную смену, воспитать в нем твердость характера, довести его летное мастерство до совершенства. Заканчивается еще один рейс Аэрофлота. Покинув самолет, пассажиры разъедутся. Но экипаж еще раз вернется к только что закончившемуся рейсу, разберет его во всех деталях. Это незыблемое правило авиаторов. Ни одна неточность в действиях не должна остаться без внимания. В авиации нет мелочей. Ну что ж,
давайте сделаем кратенький разборчик нашего полета. В общих чертах можно сказать, что полет прошел успешно. Хорошо, Евгений Гаврилович, согласно времени, по расписанию? По расписанию. По расписанию. Замечания по работе отчасти есть какие-то? Да, нет. Николай Григорьевич, как у вас радиоаппаратура? Ради нормально работала, замечаний не было. Юрий Григорьевич, себя как? Система самолета идет, работает нормально. Все, замечаний, значит, нет. И у Гавриловича тоже нет. Значит, основное, на что мне хотелось бы остановиться сегодня, это на грубой посадке, вернее, неправильно выразился, не грубой посадке, а на жесткой посадке, которая произошла у нас в Алма-Ате. Никодим Александрович, мне кажется, если бы мы на посадке попозже брали бы газ, то, возможно, у нас посадка была бы мягче. Чуть попозже, было все равно. Именно вся соль в этом. Не спешить с уборкой газа до самого порога ВПП подходить. И еще один вариант здесь на глиссаде, в полете по глиссаде, не стесняться давать больший газ. То есть прибавьте обороты на 10 градусов. А потом, как только скорость становится, постепенно прибирайте ее, чтобы сохранить скорость задних пределов. Если мы будем добавлять режим мелкими порциями по 2-3 градуса, то мы можем оказаться тем, что потеряем скорость еще больше. Особенно это важно и характерно вот при таких высоких температурах захода посадки и большом посадочном весе. Вот это учесть надо еще. И еще мне хотелось бы сказать, Евгений Гаврилович, по комплексному использованию всех радиоинформационных средств самолета вождения. Дело в том, что самолета вождения по одному навигационному вычислителю. Вещь, конечно, хорошая, но там только где нет других радиосредств. А для того, чтобы определиться более точно, надо использовать и радиокомпаса, и наземные радиопеленгаторы, и наземные радиолокаторы. Вводите коррекцию, если вам нужно, по любым наземным или самолетным радиосредствам. Вот это основное все, что мне хотелось сказать. Ну, а сейчас, как говорится, с успешным завершением у вас полета всех. Желаю вам хорошего отдыха. Ну и, как говорится, привет всем своим. Завтрашний день нашей гражданской авиации – это новые удивительные корабли. Когда огни вдоль взлетной полосы промчатся, как ромашки вдоль дороги, я убираю мягкое шасси и снова отправляюсь в путь далекий. И пусть внизу свирепствует гроза, ведь обойти погоду стороною помогут мне локаторы глаза, внимательно следящие за мною. А под крылом родная сторона, над нами звезды россыпью повисли, и, как всегда, мне снова вручена судьба людей, сердца, дела и мысли. И пусть внизу свирепствует гроза, ведь обойти погоду стороной. Во все концы земли летят самолеты с эмблемой Аэрофлота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.